Народ, всем огромнейший привет. После работы рубанком или пилой остается куча опилок. У меня возникла одна интересная идея, как можно применить некоторую часть этих отходов. Идея будет интересна дачникам-огородникам, владельцам частных домов и всем тем, кто любит вылазки на природу, будь то пикник или рыбалка с охотой. Итак, к делу. Первым делом я смешаю крупные и мелкие опилки. Для следующего шага мне понадобятся вот такие вот одноразовые формочки для выпечки. Упаковка таких форм стоит копейки, в упаковке 100 штук. Заполняю формочки нашей смесью из опилок. Для следующего шага понадобится несколько свечей, самых дешевых. Нарезаю их. Фитили не выбрасываю, а нарезаю их и вставляю в опилки по центру формочек. Теперь расплавляю свечи. Аккуратно заливаю формы до верха и даю парафину затвердеть. И так все затвердело и стало очень прочное. В итоге получились топливные брикеты, которые очень долго горят. Далее мы это затестим. Главный плюс – они абсолютно не боятся влаги. При помощи таких брикетов можно легко разжечь мангал, печь в доме или бане, да хоть что. В дождливую погоду в лесу с разведением костра также не возникнет проблем. Что касается времени горения, давайте засечем. Ну как вам такой результат? Почти полчаса интенсивного горения. За это время можно разогреть пищу и напитки без разведения костра и даже приготовить легкие блюда. С затапливанием печи с таким временем горения проблем точно не возникнет, даже с сыроватыми дровами. Народ, поделитесь своим мнением в комментариях, что вы об этом думаете, имеет ли место быть. Расскажите, про какие виды розжига вы знаете, я обязательно их покажу. Ну а на этом у меня все. Поддержите лайком, не забудьте подписаться на канал. Я всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока.